souffle. Здесь и прохладнее будет. Становь поднос на стол. Садитесь, мамзели, чтобы пряли отремонтран. А вы, господа, читатель, подвиньтесь. Некогда тут с газетами да с политикой. Бросайте. Я просил бы вас потише. Здесь читальня, а не буфет. Здесь не место пить. А почему не место? Не, что стол качается или потолок обвалиться может? А? Чудно. Но некогда разговаривать. Бросайте газету. Почитали малости, будет с вас. И так уж умны очень. Да и глаза попортишь. А главнее всего еле желаю. И все тут. Ну давай! А ты держи язык зубами, легче будет. И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков? А по моему мнению, вы, господа почтенные, от того любите газеты, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Читаю. Читаю. Господин в очках, ну а что там написано? Про какие факты вы читаете? Ну так будет тебе кочевряжиться. Выпей лучше. Вы забываетесь, милостивый государь. Вы обращаете читальню в кабак. Вы позволяете себе бесчинствовать. Вырывайте из рук газеты. Я не позволю. Вы не знаете, с кем вы имеете дело, милостивый государь. Я директор банка Жестяков.
А плевать мне, что ты жестяков. О газете твоей. Вот какая честь. Господа, что же это такое? Это даже странно. А не рассердившись? Это даже сверхъестественно. Фу ты, ну ты испугался. Даже поджилки трясутся. Ну, вот что, господа почтенные, шутки в сторону. Разговаривать мне с вами неохота, потому как я желаю остаться тут с мамзелем один, желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не притикословить и выйти. Пожалуйста. Господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим. То есть как это? Я даже не понимаю этого. Какой-то нахал врывается сюда, и вдруг весь. Какое такое слово нахал? Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске. Так значит, ты мне можешь разные слова говорить. Перец-то я такой. Выходи, коли говорю. Живо у меня. А не то, где день ровен, час как бы в шею не влетело. Директор банка, проваливай по добру, по здорову. Все уходите, чтобы ни одна шайба тут не осталась. Безобразие! А вот мы сейчас увидим. Я вас покажу. И позвать сюда дежурного старшину. Да-да, позвать сюда дежурного старшину. А визави, Белебухин, не робей. А ты чего разлегся? А? Айда к свиньям собачьим. Позвольте. Пожалуйста. Прошу вас выйти. Здесь не место пить. Пожалуйста, в буфет. А ты откуда это выскочил? Не, что я тебя звал. Прошу не тыкать, а извольте выйти. Ну вот что, милый человек, даю тебе минут сроку. Потому как ты старшина и главное лицо, то выведи вот этих артистов отсюда под ручки. Мамзели мои, мне нравится, ежели здесь есть кто посторонний. Они стесняются. А я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде. Живопри а-ля Тримонтро. Очевидно, этот смадур не понимает, что он не в хлеву. Позвать сюда Евстрат Спиридоныч. А ведь испугал. Ей-ей испугал. Прошу вас выйти. Бывают же такие страсти, побей меня Бог. О, усы как у кота. Глаза вытаращил. Прошу не рассуждать. Выйди вон, иначе я прикажу тебя вывести. Бру-бру-бру-бру. Мяу!
Меня сиротинушку. Пиши, пиши. Принести его вон! 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 Не подходи! Убил! Сядь его! Упряли от ремонтран. Егор Нилыч, благодетель наш. Что, перепугались, шельмы полосатые? Узнали, каков есть Егор Нил Пятигоров? Я вам покажу Кузькину мать. Кто здесь хозяин? Я хозяин. Кто богач всех? Я богач всех. У меня миллион. О! А у вас что? О! Шиш у вас! Захочу всех вас, чертей, куплю! Всех до единого! Только мараться не хочется. Егор не хочет! Молчать, когда я разговариваю! Молчите! Ну и молчите. И ты, морда. Пс-с.
Вот сюда. Где мы ему взяли? Подать мне сюда. Живо, чтоб боль тут. Ну! Ах, вот они! Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, в зал пройдите. Да не возитесь вы скорее. Прошу, прошу, прошу. Шутка. Пожалуйста, Егор Нилсон. Егор Нилсон. Пожалуйста. Вина жива. Вина жива. А вы сейчас смотрите. Убирайтесь вон отсюда к свиням собачьим. Чтоб жил у меня. Чтоб никого не осталось. Уходите, уходите, уходите. Как вы их здорово! Что же ты знал и молчал? А чё ж ты молчал? Не велели сказывать, Эстрад Спиридонович. Не велели сказывать. Вот засажу я тебя нафиму на месте. Тогда будешь знать, не велели сказывать. Кто там есть? Пшавалон! А вы-то тоже хороши, господа. Бунт подняли. Не могли выйти из читальни на 10 минут. Вот заварили кашу, теперь расхлебывайте. Эх, господа, господа, не люблю, ей-богу, не люблю. Представьте, я хотел подумать, что это он. А я почти был уверен в этом. Это вы меня смутили. Вы же первый обозвали его нахалом. Я? Да. Я? Неправда. Это вы его оскорбили. Лжете. Что? Я не желаю с вами разговаривать. Но позвольте, пойдите вы к черту. Пожалуйста. Осторожно, держите, держите. Осторожно. Кресло, кресло, дайте. Посадьте. Спокойно. Шампанского! Шампанского! Клико! 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 Пропустите, пропустите. Пропустите. А, ты! Вот сюда! Молодец, лакейская морда! Напей! Ну, пей! Пей! Ну, пей! Лакай, говорю! Пей, тебе говорят! Пей! За ваше здоровье, Егор Нилович! Танцы желаю, польку в юшке. Польку желаю. Полька, силу плей. Танцор, танцуй, танцуй. Thank you.
Егор Егорович, Егор Егорович. Егор Нилович, не прикажете ли вас домой проводить? Или сказать, чтоб экипажик подали? А? Кого? Чего тебе? Проводить домой? Баеньки пора. Баеньки. Домой желаю. Проводи. Старшина, лошадей. Ну. Осторожно. Тихо. Осторожно. Берите его. Берите. Осторожненько. Только осторожненько. Осторожно. Уйдите отсюда, не мешайся. Осторожно. Тихо. Осторожнее. Ступенечка ставь. Ведь это кадурачить целую компанию может только артист. А мы-то кипятимся, хлопочем. Видите, я в театрах никогда так не смеялся. Бездна комизма. Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер. Лошади поданы. Но. Пожалуйте, Егор Нилович. Ну! Эх, паралия! Мне руку подал на прощание. Очень довольный. Уехал! Умчался! Значит, ничего. Не сердит? Нет. Ну, слава Богу. Негодяй. Подлый человек. Но ведь благодетель. Нельзя